Привет, друзья! С вами Надя. И мы хотим сегодня поехать в Линари парк, продолжить нашу планетную прогулку. Там находится Сатурн. А также хочу показать место, где можно поиграть в теннис летом, где есть теннисные корты. Вообще, там хорошее такое место для прогулки. Поэтому отправляемся. Так, вот мы подъехали к Линари парк. Подъехали. Пойдем сейчас пройдемся немножечко, погуляем, заодно подойдем к планете. В парке людей много. Там родители и группа поддержки. Другое поле тоже занято. А вот там вот находится наш Сатурн. Так, мы вышли на главную дорожку. Так, а вот и карта парка. Мы вот здесь. Так. И будем сейчас направляться по вот этой вот дорожке. Опять-таки здесь есть где посидеть. Enjoy your time. Как видите, это не замерзший океан, это болото. Оно так немножечко грязь вот такая вот. Это очень опасно. Ни в коем случае нельзя ходить, можно засосать просто. А вот и наш Сатурн. И он подошли. Видите, какой он по размеру. Вот так вот его нарисовали таким дедушкой. Так, это о его спутниках. Титан, Лопетос, Мимас. Ага. Вокруг него 31 спутник летает по его орбите. Так, крутится он 10 с четвертью часов вокруг своей оси. У него самый длинный экватор. Видите, от Солнца в час 20. Следующий идет Уран через час 22. Воронцов Хилл. В общем, вот так. Мы нашли Сатурн. Что мне нравится, что пока мы вот как раз ездим и ищем планеты, заодно мы узнаем новые парки в Анкоридже, где можно провести время, погулять. Вообще идеально, если вы приехали в Анкоридж, взять велосипед и все это пройти на велосипеде, так как здесь все для этого создано. Ну, можно, как и мы. Такое вот здесь побережье. Видите, резкий обрыв. Там камни. Такая вот тропинка. Видите, хорошая дорога, и в то же время рядом лес. То есть вроде бы ты все это ощущаешь, слышишь этих птичек, и в то же время у тебя все есть для того, чтобы нормально прогуляться. Тап-тап! Ой, ты мой хороший. Молодец. Давай, давай. Молодец. Топ-топ-топ, давай. Идя по той тропинке, мы пришли вот сюда. Видите, какой открывается вид. Это болото. Оно тут уже немножечко с травкой обросшей.
ходить, в общем, по этой грязи нельзя. Вот видите, кто-то, видимо, хотел пойти. Небольшой водопадик. Ну и дальше идет дорожка через мостик. И вот с таким вот видом из окна живут вот здесь вот такой вот домик миллионеров. Вы знаете, мы сейчас идем, и здесь вот такой вот запах специфичный, очень похожий на такой вот запах на Азовском море, когда ты идешь купаться в душевую. Ой, не знаю, прям дежавю. Вообще, часть этого парка больше похожа на Советский Союз. Такой какой-то забор в нашем стиле. Вот, рабицы обтянуты. Цвета такие. Как будто мы не в Америке. А ходим сейчас по базе отдыха нашей, в Кирилловке. Рядом с лиманом. Еще один домик миллионеров. Красиво, конечно. Большая территория. И барбекюшницы стоят. И сауна есть. Ой, сейчас идем с Мурадиком и Тимочкой. И наслаждаемся. Такая тишина. Такой вот штиль в океане. Любуемся. Я думаю, на этом я буду заканчивать это видео. Сатурн я вам показала, Линари парк тоже. Чем здесь можно заняться, как выглядят дома миллионеров в Анкоридже. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И новое видео не за горами. Пока!